среду в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода. Практически везде пройдет небольшой дождь, станет чуть прохладнее. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов, ночью 7-9 выше 0. В Сызрани облачно, небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде дождя. Днем плюс 15, ночью 9 градусов выше 0. Северо-восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером небольшой дождь. Дневная температура 15 градусов тепла, ночью плюс 8. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.